Приветствую всех зрителей канала Fashion TV. С вами Джей, Катя, Гусева. Сегодня заключительный день недели моды в Пятигорске. И нас ждут показы фееричных молодых дизайнеров. А закрывает сегодняшний день показ Вадима Мерлиса, который недавно был представлен на Mercedes-Benz Fashion Week в Москве. Пожалуйста, как называется коллекция, что вдохновило на ее создание? Мы в последнее время не называем коллекции каким-то отдельным названием. То есть это, скажем, коллекция «Текущая осень-зимы». А источником вдохновения послужила детская иллюстрация, очень известная английской школьницы. Героиню иллюстрации зовут Горио. Это девочка, которая у нас изображена на некоторых изделиях. Вот. Но мы пошли дальше, мы попытались представить, как бы эта девочка, если бы она была живой, да, реально существующая, одевалась бы, и как бы она выглядела. А вообще мы, в принципе, создаем сезонные коллекции по мотивам каких-то детских увлечений, то есть игрушек или книг, или мультфильмов, фильмов, то есть все то, что, чем наши дети вдохновляются, и также вдохновляемся мы. Скажите, пожалуйста, какие это годы были сейчас на подиуме? Годы были 60-70-е. Что вдохновило на создание коллекции, как она называется? Коллекция наша называется «Севентерия». Это игра слов, то есть 70-е и истерия 70-х получается. Это ваша первая коллекция? Нет, это наша третья коллекция, но такая полноценная, первая, можно сказать. Какая ценовая политика коллекции? Ценник средний, это примерно от 5 до 15 тысяч. Сегодня заключительный день недели моды в Пятигорске, и я хотела бы услышать итоги тех трех дней, которые мы здесь находились. На самом деле я нахожусь под глубоким впечатлением, потому что было очень много всего этнического, нового, неожиданного. Отметила для себя, конечно, и сильные, и слабые стороны. Надеюсь, что дизайнеры почувствовали, где наши брови приподнялись. Но в целом все были большие молодцы. Я хочу отметить хорошую организацию. Действительно, ребята постарались, организаторы вложили душу, потому что большой зал, просторный, гости все нарядные, отличное настроение и атмосфера. Мне понравилось, что было много свежих идей. И в некоторых коллекциях женского платья особенно хочу отметить работу с цветом. С радостью я принимал предложение стать генеральным спонсором. И сейчас я очень-очень доволен, очень рад, что получилось, нашли время. Отличное, большое мероприятие, очень нравится участвовать. Сложно ли было работать с моделями? Не, очень легко, потому что мы творили красоту. Спасибо огромное за прекрасную организацию. Очень много интересных увидели дизайнеров, самобытных, с характером. Очень много для себя почерпнули, какой-то опыт, позитивные эмоции, хорошее настроение. Пожалуйста, что вдохновило на создание такой коллекции?
Обожаю старину, роскошь, канделябры, ретро-стиль и все, что с этим связано. Какая ценовая политика ваших вещей? Ну, от 20 тысяч и выше. Самая дорогая, это та, которая усыпана последние Сваровские. Шнуры, кстати, с сусального золота тоже имеют место быть. Это все итальянское, поэтому у нее цена там около 200 тысяч. Нам рассказал о том, что мы увидели сегодня на подиуме. Эта коллекция «Весна-лето 2017», она предназначена для летнего отдыха творческого юноши или творческой девушки. Это для девушки-поэтессы, для девушки, которая играет в театре, для журналисты, для девушки или юноши-журналиста, для художника. Для того, чтобы в нашем бешеном режиме люди могли расслабиться, отдохнуть в этом отпуске. Так как коллекция называется «Сны наяву», у нас представлены фрагментами высшего крыла, потому что все мы во сне летаем. И, конечно, бельевой стиль точно так же отражает наши сны и наш отдых. Хочу поблагодарить всех наших партнеров, партнера Art Hall, это ивент-агентство, очень крупное здесь на Северном Кавказе, нашего генерального спонсора Ламу, сеть меховых салонов, Эскаль де Батэ, отлично отработали, дизайнеры очень довольны, нашего партнера модельное агентство Калиста, которые проделали огромную работу. Также хотим поблагодарить журнал «Кавказ Айр», который нас поддержал, и все СМИ, которые к нам приехали, всех гостей. Хочется пожелать, чтобы на этом все не останавливалось, потому что наш регион нуждается в том, чтобы продвигать такую красоту, искусство. Процветание. На самом деле это хороший шаг, хорошее начало, и, конечно же, надо двигаться только в лучшую сторону и обязательно продолжать. Расти, однозначно расти, дерзать. Молодцы, что они на это вообще решились. Хотелось бы, чтобы и дальше, как бриллиант, оттачивались грани, и становилось все лучше и лучше. На самом деле была проделана очень большая работа всех организаторов, группа компаний. И всех ждем на следующий сезон. Вот и подошла к концу неделя моды в городе Пятигорск. Сегодня заключительный день. Яркие показы дизайнеров. И, конечно же, все то, что они смогли воплотить в жизнь, это было прекрасно. Я желаю всем организаторам делать эту неделю моды 2 раза в год. С вами была я, Виджей Катя Гусева. Оставайтесь на фэшне. I love Fashion TV. We love Fashion TV. I 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 love Fashion TV. We love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV.